Всем успеха желает Максим Яхов. Я менеджер торговой марки Себек. Хочу предложить вам выгодную сделку. Мы доставляем воду бесплатно. Цена 37 гривен за бутыль 19 литров. Направление наше: понедельник, четверг — это Салтовка, вторник, пятница — это ХТЗ «Новые дома», и среда, суббота — это центр города и Алексеевка, Павлово поле. Вот, доставляем воду в светлое время суток. Ну, дальше будем расширяться, будем доставлять и чаще. Вот, рекомендую. Мы экономим ваше время. Вам не нужно стоять около автомата, ждать, пока он тебе то даст воды, то не даст воды. Это самое, как бы, экономит ваши деньги, бюджет вас экономит. Вы же туда вставляете денежку, и понятное дело, что на все деньги воду, возможно, и не забираете. А это уже копеечки. Так набежит сумма за год. Прилично, если считать, то набегает огромная сумма. Вот. Потом, если вы около коровы стоите, это надо ждать ее на улице. А вы в это время могли бы спокойно заниматься своим делом. Вот. А на улице холодно, сейчас зима будет. Холодно, неуютно. Автоматы тоже стоять около него, там скользко может быть. Поэтому рекомендую пользоваться нашими услугами доставка воды. Вот. Мой вайбер и мобильный 099-199-58-88. Звоните в светлое время суток. Можете вечером звонить до 10 вечера. Можете звонить с 7 утра до 10 вечера. Вот. Я уже в это время бодрствую. Вот. Приму заказ, и вам перезвонят. То есть вы мне скажете адрес свой, свой телефон, адрес и имя. Все. И желаемое время доставки. Вам перезвонят уже водители. Начальник по самой доставке перезвонит. И все, и вы уже договариваетесь, когда вам нужно доставить воду. Так вот, следующая часть. Развод на ЛЭКС, поиск работы. Поиск работы, советы по безопасности. Вот, хотел поделиться вот таким вот. А вот, кстати, да. Новое какое-то. А, Александр Алексеевич какой-то пишет. Добрый день, работа не тяжелая и довольно прибыльная. Вам нужно уделять 2-3 часа в день, и это будет приносить около 1000 гривен в неделю. А, по-моему, я про этого дурака уже писал. Ссылки хочет, чтобы я покупал. Ссылки, у него товары копеечные. Вот, смотрите, товары у него копеечные. Написано БУ, еще раз, если я это снимал. Вот, смотрите, 150 гривен футболка. Ну, так, нажимаем. Вот, футболка Рива Исланд опять вот. Вот, смотрите. Это она в секонд-хенде, она покупает. БУ. Еще и БУ. Не, да. Это анонизм какой-то. Я ему написал: иди нахер со своими скриншотами, у тебя наценка минимальная, смысл заниматься копеечным товаром нет. Запомни, баран, там, где сразу требуется капитал вложения, уже лохотрон. Я его заблокировал, прочитал он вчера. Нахер, удаляем его, придурок, блин. Только время отнимает мое. А, вот, кстати, вот, да-да-да, вот это что я хотел, про вот эту. Вот, про вот эту девушку рассказать. Вот, кстати, мой телефончик. Вот, Skype. Смотрите, вот Skype. Очень тяжело Skype включается. Он много жрет этого. Жрет много очень. Он на компьютере тоже много жрет этого, как его, трафика или ресурса много жрет. Вот. Вайбер намного удобнее и полезнее, и вот, смотрите, вот, и наша с ней переписка. Я вот тут добавился, вот мы с ней переписывались, вот она, а выплаты как происходят, на карту приватбанка, дайте мне ваш скайп, я вас добавлю, отлично, ля-ля-ля. Это не магазин одежды, я вот это... В прошлых выпусках Lucky Shop говорил про магазин такой.
Вот, приветствую, я уже дома, можете перезвонить. А, это вот здесь было, да. Вот, я добавил, написал ей приветствую, вот, смотрите. Приветствую, добрый день. А почему мы общаемся здесь, а не, например, в Viber, вот я ей пишу. Потому что вся работа ведется через Skype, она мне пишет. Через Skype она пишет. Ясно, но на сайте Lucky Shop есть мобильные номера. Максим, вы хотите поговорить или вы в поиске работы? Давайте предметнее, не тратя время, не тратя зря друг друга время. Я сейчас на улице, перезвоню позже, я вот это же написал. Вот, я написал приветствую, я уже дома, можете мне перезвонить. Так она нихера не перезвонила, вот, а я пишу потом. Привет, видите, даже не перезванивайте, ни имени, ни фамилии, ни мобильного, не представились, ни с какого города, никакой инфы у вас нет. Как же можно вам доверять-то? Ну а что, не так? Как она мне собирается деньги платить? Анна, а, ну хорошо, она представится Анна, может ее Таня зовут, например, там, или Валя, или Коля, или Оля, куда я знаю, как ее зовут. Вот это вот, вот видите, написано непонятно откуда Анна, то есть это... нету ее, она не зарегистрирована на Улыксе. То есть это непонятно откуда, видите, и не с телефона даже. Это возможно через скайп как-то или не знаю, как тут. Видите, нету. Вот Анна и все. Может она меня заблокировала, правда, не знаю. Ну, я ее блокировать не буду. Ну вот. Короче, выкидываю нафиг, что мне она не интересна. А, вот. А, это что? Вот это Анатолий ответил, я пишу. Есть опыт? Конечно, есть. Конечно, есть. Вот видите, в онлайне. В онлайне общаемся. Оптали нас с телефона, кстати. Вот. Вот, ну, я вот продаю, так, кстати, грецкие орехи, вот смотрите, дал объявление, грецкие орехи, вот, за сутки 181 просмотр, телефон два раза посмотрели, вызванным 2, 50 гривен, я поставил цену, нормальная цена, адекватная, ну, там, конечно, ниже цены есть, но я не собираюсь продавать за даром, потому что не... Я там снимаю ролики по орехам, потому что там 50-50 получается. 50% скорлупа, 50% сам орех. Вот, я бы написал, продам в скорлупе 100 кг сухого ореха в Харькове, самовывоз. Отправляю любым переводчикам по Украине. Оплата на карту приватбанка. Порядочность гарантирую. Звонок на 099-199-58-88 ускорит нашу с вами сделку. Вот, видите? Нормальная все это самая тема. Так что поняли как? То есть обязательно нужно выяснять адрес, чтобы можно было, чтобы работодатель представлялся. А то нам соискателям тяжело распознать. Многие не знают как это. Вот я показываю, учу как надо общаться с работодателями, как их выводить на чистую воду. То есть это все очень легко и просто на самом-то деле. Ничего сложного тут нету. Выяснить все легко. Вот, кстати, что-то клавиатура заглючила. Надо, наверное, перезагрузиться. Ну что, всем успехов желает Максим Вехов. Покупайте воду СБЭК. Заказывайте, у нас скидки. Кстати, вот сейчас пользуясь случаем, проведу. Эх, сразу не подготовился, ладно, сейчас. Так.
Все, всем успехов желает Максим Вехов.